прогулялись по пляжу в другую сторону, там вывеска «Лечебный пляж», мы дальше не пойдем, разворачиваемся в обратную сторону. Еще не темно, телефон вот настраивается долго. Подсветки жалко, не включили еще освещение. Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Здесь написано, основана эта аллея в 2011 году. К 50-летию первого полета с человеком в космос. Сейчас я вам покажу. Десятилетию полетов в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И космонавты посадили здесь деревья. Тоже очень здорово, здесь кафе, официанты уже приглашают вечером. Раньше мы ходили как-то, особо не стояли, по-моему. Раньше, я имею в виду, немного раньше, часа два назад. Ну, а здесь экскурсии, кафешки. В общем, обязательно сюда еще приедем.